29 марта 2023 года, село Овсянка. И посмотрим, пока нету работников строительной компании «Георг», что делается на строительном участке. Вот пока их нету, мы тут просочимся тихонечко и посмотрим. Конечно, грязно, ну, знаете, это стройка, там всегда грязно. Ну, есть такое, знаете, солидное предприятие. Я еще что хочу сказать. Тут камеры поставлены, и камеры прям проведены на заказчика. Заказчик — это Красноярский краевой краеведческий музей. И поэтому они все видят в режиме реального времени. Но так как вы, возможно, не обладаете доступа, как и я, к этим камерам, поэтому смотрите, на каком этапе строительства культурного центра сегодня. Вон, видите, вот эти вот трубы, это самое, вкопанные по бокам. Они не вкопанные, они бурились и вставлялись. То есть для того, чтобы обозначить котлован. И вот такой вот котлован. Я вам сказал, что 1000 метров квадратных будет культурный центр. Я ошибся. Один этаж будет 900 квадратных метров, а этажей будет 3. Один будет цокольный, под него готовится котлован, а потом будет еще 2 верхних этажа. Ну, вот такое вот у нас строительство. Если вам интересно, подписывайтесь на меня в канале Яндекс.Дзен. Ссылочка вот здесь вот сейчас будет. Ну и над всем этим западные отроги Восточного Саяна.